Дорогие хабаровчане, поздравляю вас с началом хоккейного сезона. Очень приятно видеть, что ваша любовь к хоккею не остывает. Ваша активная поддержка нашей любимой команды «Амур» помогает игрокам раскрывать свои профессиональные возможности, радовать вас заброшенными в ворота соперников шайбами. Начало этого сезона выдалось для «Амура» как никогда сложным. Первые аж 8 игр на выезде. Но команда успешно выдержала этот экзамен и привезла домой весомый багаж из 10 очков. Я желаю игрокам «Амура» и всем болельщикам интересной и захватывающей борьбы на льду и многочисленных побед. Искренне ваш Виктор Лопатюк. Дорогие друзья, уважаемые земляки, хотелось бы поздравить нас всех с замечательным юбилеем, 60-летием хоккея нашего хабаровского, и замечательную нашу команду «Амур», а также всех болельщиков, невзирая тех, кто ходит на матчи, кто не ходит, и пожелать нашей команде больших-больших успехов, замечательных, красивых побед и, конечно, выхода в плей-офф. Дай Бог всем нашим землякам, нашим игрокам, нашим хоккеистам, нашим всем-всем счастья, здоровья, чтобы семьи были здоровы. Дай Бог, чтобы все у них в жизни получалось. Ну а мы чем можем, будем помогать. Удачи, счастья всем. Спасибо. За 60 лет хабаровский хоккей прошел через разные времена. Были взлеты и падения, но у команды были всегда прекрасные болельщики. Мы благодарим вас за сумасшедшую поддержку и рассчитываем на вас в юбилейном сезоне. Добро пожаловать на территорию «Тигров».